Так, меня зовут Кожушка Владимир, я генеральный директор компании Vesta Service, торговая марка Elite Balkon. Мы сейчас на выставке «Ремонт Экспо». Выставка посвящена ремонту, строительству, дизайну. И на этой выставке мы представили свою компанию, ну, как бренд, как торговая марка, компания, которая работает над безопасностью балконов, над качественным остеклением. Тут предоставлено максимум информации, которая есть, ну, вообще из новинок на рынке. Представляем, ну, как бы, вниманию, да, это наш образец по поводу того, как можно понять, что такое окно, оно какое обычное и необычное. То есть надо просто прислонить руку к окну и почувствовать, что какое-то теплое, какое-то холодное. То, которое холодное, значит, оно обычное, а то, которое, как бы сказать, то, которое не холодное, оно наоборот там сберегает температуру. Дальше у нас предоставлен образец окон. Это окна премиум класса. Тут идет имитация окна, с окна в деревянного и с наполнением, ну, декор такой, радует глаз. На этом образце мы показываем, что также окно под стиль дерева, то есть это в ламинации. И показываем решетку. Новинка этого года, эта решетка, она такая, сказать, воздушная, да, она прозрачная, она абсолютно, как бы, крепкая по отношению там взлому, очень эффективно, как бы, подтверждает безопасность, что дети не выпадут и, как бы, все будет хорошо. Также она стойкая к взлому. Дальше на нашем стенде мы предоставили информацию вот в таком виде, да, что есть окна уникальные. Уникальность в чем, что есть встроенный термометр, который показывает с уличной стороны температуру. Температуру показывает шкала 30-30. Работать очень так интересно. Нажал кнопочку, просто показываешь, что там влажно сильно. Да? Нажимаем кнопочку, он срабатывает и показывает ту температуру, которая находится на улице. Так как мы помещение, у нас показывает, а так бы показывал там минус 5, например. Окно также уникальное. Вот у нас, ну, так сказать, фишка. Это окно мы называем Smart. Просто нажимаю кнопочку, да, и оно там включается, выключается. То есть появляется, ну, как бы, визуализация, что там что-то есть за этим окном. И новинка, как бы, так сказать, которую мы хотим максимально, как бы, новинкой донести до всех, что есть окна другие абсолютно, не такие, как обычные, распахиваются. Есть все-таки окна, которые поднимаются вверх-вниз. Это, ну, американское окно, технология, ну, кто-то называет их английским. Поднимается вверх очень удобно, оно откидывается спокойно, можно помыть это окно со всех сторон. Дальше также верхняя часть, также она опускается, она также там поднимается, спокойно моется это окно. Установлена сетка москитная, ну, очень, так сказать, удобно. Идеальный вариант — это для загородных домов, можно где сделать беседку, вообще шикарно. И есть еще такое окно у нас, ну, фишка в этом окне — это то, что в нем максимальный световой проем. То есть профиля меньше, а стекла больше. Это очень такой, как бы, аргумент для того, чтобы выбирать правильное качественное окно. И на этом вот образце хочется, так сказать, отпрезентовать. Это такая фишка, да, это окно. Я его называю iPhone. Окно iPhone. Кто-то называет его, там, не знаю, варочная панель. То есть у нас полностью стеклянная панель. Это окно производитель компания Калева. В Москве, ну, точно такие никто не делает. Супер. Ну и все. Спасибо огромное. Очень информативно, классно, да. Прикольно.